Аким Карагандинской области Ермагамбет Буликпаев рабочие поездки по региону начал с Темиртау. Глава региона посетил ТЭЦ-2 и ознакомился с ходом строительства 7-го котла. Это важный для города проект, реализация которого позволит уменьшить дефицит энергомощностей и улучшить теплоснабжение. Монтажные работы начались в апреле этого года. Ремонт здания котла и его металлоконструкций, монтаж котла номер 7 и его вспомогательного оборудования выполняет компания AB Construction. Акиму области доложили, что работы идут по графику. Проблем со стройматериалами нет. Скоро начнется установка оборудования. Ввод объектов в строй планируется осенью 2023 года. Производительность нового котла составит 420 тонн пара в час. Мощности будет достаточно, чтобы обеспечить темиртаусов стабильным теплом и горячей водой. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев, Андрей Буховский. Новости Темиртау.